В главном здании Казанского федерального университета на базе юридического факультета прошел международный научный круглый стол «Теория и практика взаимодействия правовых систем в современном мире». Участниками конференции выступили самые разные эксперты из российских вузов, а также представители иностранных государств. Ведущим специалистом выступил Акмаль Саидов, государственный деятель и ученый-юрист из Узбекистана. Мы решили в этом году очередной раз обсудить с ведущими экспертами Российской Федерации и наших коллег из государств Евразийского экономического союза и СНГ, да, с нашими очень тесными партнерами, такие актуальные проблемы, связанные с вопросами взаимодействия правовых систем Востока и Запада. Эта тема сегодня все более и более актуальна. И посмотреть на практику взаимодействия правовых систем, как она существует в современном мире. Среди участников также присутствовали студенты, которые могли задать любые интересующие их вопросы специалистам. Мы приглашаем наших ребят, студентов, аспирантов, магистрантов, для того, чтобы они слушали, да, впитывали информацию, делились, задавали вопросы, да, ну и в дальнейшем, конечно, формировали свою собственную позицию по тематике, связанной со сравнительным правоведением. Само мероприятие проходило в гибридном формате, как на площадке Zoom, так и в аудитории. Валерия Карташова, Фарид Захитоглы, Универньюз.